Все было неплохо. Я не знаю, это нужно говорить? Это интересная информация? Сама собой разговариваю. Я очень надеюсь, что я не один такой. Здравствуйте, меня зовут Александра, мне 23 года, я из Чебоксар. Мечта поехать в Японию была еще с давних времен. Мой отец занимался японским языком, поэтому меня как бы с детства этим заинтересовывали. Поэтому на первом курсе, поступая в университет в России, я уже решила, что мне нужно готовиться к поездке в Японию. Хотя я тогда еще не особо была уверена, а понравится ли это мне страна или нет. И когда я уже все собрала, все деньги, все финансы были у меня на руках, на четвертом курсе я собиралась подавать документы, но, к сожалению, возник коронавирус, и границы стали постепенно закрываться. Поэтому не было понятно, на какой срок это все было отложено. Конечно, мне было от этого очень обидно, столько усилий, столько нервов было на это потрачено. И приходилось просто ждать. Но когда в октябре прошлого года открылась граница, мне все-таки удалось проскочить вот этот промежуток времени до следующего закрытия страны. Моя поездка пришлась на период пандемии, поэтому мне пришлось больше возиться с формальностями. Помимо того, что надо было собрать основные документы, надо было также получить от школы резидент трек, а ты не знаешь, когда границы снова закроются, и ты просто живешь каждый день с какой-то тревогой, как бы все это не закрылось вот в данный момент. Помимо того, что все это я таки собрала, в конце концов, билет на самолет. 50 тысяч рублей в одну сторону, хотя до пандемии это было в 3 раза дешевле. И также надо было отсидеть в отеле, который тоже ударил по кошельку. И я приехала таки в Осаку. Меня встретили представители школы, англоязычные, так как я особо не разговаривала на японском. Мне все объяснили, как, почему, и я приехала, зашла и была удивлена, насколько маленькие комнаты. Кроме того, что кровать занимала все пространство и немного стол, собственно, на этом было все. Особо спортом не позанимаешься, места как-то подвинуться тоже не было. Неужели мне придется 2 недели провести в этом месте? Запрещено было выходить на улицу, запрещено было выходить в коридор без необходимости. Все это прослеживалось через GPS, которые требовали держать в постоянном активном режиме. Еда была не та, которая представлена на картинках обычно в Японии, там рамен, вкусные темпуры, нет, ничего такого. Была курица, маленький салат, 3 черри и кусок риса. Ну и все, собственно, на этом. Я не могла пользоваться Uber'ом, потому что у меня нету телефона японского, я не могу говорить на японском. Мне, конечно, могла помочь школа, но я как-то с этими вопросами я решила, лучше не стоит спрашивать. Но когда я все-таки вышла, наконец-то новая жизнь началась. Так как это все проходило в Осаке, мне помогала школа, все это организовывала. Стоимость отеля была 80 тысяч йен. Это было питание, транспорт и проживание. Все вместе. Выбор пал на Осаку, во-первых, из-за того, что вынуждены были обстоятельства из-за пандемии и персонального опыта. Смотря как Япония серьезно относится к пандемии, я думала, что в Токио делать будет нечего. Я решила все-таки податься дальше, так как все равно приходилось учить язык, что там, что тут. Особо для меня разницы не было. Я была крайне удивлена. Для меня все-таки люди Осаки немного похожи на русских. Они такие же шумные, немного агрессивные, активные. Переходят на красный цвет, нарушают правила дорожного движения. Для меня это было как-то проще адаптироваться к этой среде, так как я видела вот этих всех людей. Для меня так немного ностальгически вспоминала Россию. Осака является развлекательным центром. Здесь очень много баров, по которым я частенько хожу. Вот, и наблюдаю, общаюсь с людьми, активно практикую японский язык. Мне показалось, что люди Осаки, они очень общительные и дружелюбные. Хоть они и кажутся немного агрессивными, ко мне еще никогда не относились с злобой, с агрессией. Есть такое мнение, что люди Токио, они холодные, рассудительные, строгие правила, что, собственно, как по моему опыту, это не свойственно людям Осаки. Также Осака
интересна тем, что она находится в часовой езде от Нара, Кёто и Кобе. Одних из самых крупнейших туристических мест Японии. Можно не только наслаждаться студенческой жизнью, но и путешествовать, встречаться с людьми, знакомиться с культурой. Сейчас иностранцев крайне мало, поэтому японцы активнее обращают на себя внимание и активно знакомятся, интересуются, почему, как и зачем. В отличие от Токио, цены в Осаке на жилье намного дешевле, что, собственно, хорошо для студентов, которые просто учатся без работы. Однако работу проще все-таки, считаю, найти в Токио для иностранцев, поэтому, скорее всего, в следующем году я поеду в Токио. Если есть желание и хочется все-таки попытаться приехать в Японию, надо пытаться. Если, даже если не получится, так хотя бы не будет в будущем сожаления, что не попробовал. Благодарю за внимание.